Мне позвонили мои боевые товарищи с батальона «Донбасс», сообщили о том, что происходит под судом, где судят Труханова в суточки. Я только что приехал, но ребята рассказали, что, увидев тетушек с Одессы, которые заполнили весь суд, которые давят на правосудие, решили здесь показать, что они за то, чтобы каждый по закону был, неважно кто это, гражданин России Труханов, либо доброволец, либо какой-то чиновник вор, имел возможность быть судим по закону. После этого начались какие-то суточки, я, к сожалению, как бы не встиг побачить и все это, но есть видео. И задержали сейчас несколько бойцов батальона «Донбасс», в частности, Катану позывной и Брест. Оба боевые офицеры, Брест награжден наградной сброей. Я считаю, что то, что происходит, это ганьба, потому что общество ждет уже 4 года наказания преступникам, тем, кто грабил страну по Януковичам, тем, кто устраивал сепаратистские шабаши в Одессе, Харькове. А эти люди, имея официальные российские паспорта, имея претензии со стороны НБУ за разворовывание нашей страны, спокойно ходят на свободе, спокойно плюют на закон, свои карманные армии набивают все суды. Поэтому мне абсолютно непонятна реакция полиции на вымоги патриотов. Они хотят, чтобы все было по закону. На чьей стороне полиция? Это вопрос надо выяснять. Я сейчас прилагаю все усилия с коллегами для того, чтобы здесь эскалация закончилась. Но вопрос по Труханову, он как был, так и остается открытым.